Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, и сегодня я хочу поговорить с вами о товарах из интернета, кто где покупает. Ну, кстати, ранее мы покупали товары из Китая, AliExpress, очень удобно шло, но с последними обновлениями нашей таможенной службы и нашей налоговой службы с нас начали брать очень большие, я считаю, что достаточно большие пошлины за доставку товара. Ну, пришлось искать что-то свое, что-то родное, и чтобы сэкономить. С учетом того, что вот сейчас перед вами это на сайт Озон, и у меня сегодня спросили, а где ты покупал телефон? Ты вот говорил в одном из своих видео, где ты покупал телефон. Ребят, вот демонстрирую Honor P30 Lite. Посмотрел я его сначала на Алиэкспрессе, посмотрел я его сначала в магазинах, в разных, в других. И получилось так, что Озон мне предоставил самую удобную скидку и самую, самую удобную доставку. То есть мне доставили его бесплатно, мне его доставили за 2 дня. Я его проверил, и тут же мне же предоставляют гарантию официальную, я могу этот телефон вернуть, но меня все устроило. Также ноутбук, который сейчас передо мной стоит, он тоже куплен на Озоне. И с учетом того, что это мировой бренд Asus, и с учетом того, что Asus проводил свои достаточно хорошие скидки, скидка была до 5000 рублей, вот я тут и сэкономил. То есть отлично, замечательно. То есть ноутбук когда-то стоил около 34 тысяч, он мне достался за 29 там, с копейками, ну около 30 тысяч. То есть я здесь сэкономил. На телефоне я сэкономил тоже достаточно денег. Не помню, за сколько покупал, но он у меня обошелся даже дешевле, чем в магазинах в сотовой связи. То есть он мне достался намного дешевле. Поэтому я вам просто рекомендую, ссылка на этот магазин будет под этим видео в описании. И вы можете заходить и смотреть. И здесь постоянные скидки. И теперь я заказываю только в Озоне. То есть раньше я пренебрегал этим всем. Но наши времена показали, вот времена нашей пандемии коронавируса, я понял, что намного дешевле и намного выгоднее покупать в магазине Озон. То есть здесь можно, ну, чтобы вам не быть голословным, я могу вам показать, вот что я выбирал, по каким ценам, с учетом того, что вы еще можете здесь получить достаточно большую скидку. Вы можете здесь приглашать друзей, знакомых, рекомендовать этот магазин, участвовать вот в этой, вот в этом во всем. И вы еще от этого бонуса свои будете получать. Вот это отлично, отличный выбор, отличное все, все отлично. То есть доставка отличная, уже не первый товар я здесь заказываю. Все товары качественные, если что-то пошло не так, мы можем их всегда в течение 2 недель вернуть бесплатно. Приедет курьер, заберет у вас посылку, вашу нерабочую вещь. Вот нерабочих еще ни одной не было. Вы можете всегда воспользоваться этим магазином, и приятно общаться, и быстро доставляют. Ну то есть у меня море эмоций и бури эмоций. То есть здесь даже если мы сейчас зайдем в электронику, удобный список, и из этого списка постоянно кэшбэки какие-то, ноутбуки, вот даже можете выбрать смартфоны, постоянные скидки. И это не AliExpress, здесь не нужно будет отправлять там куда-то за свои бабки там посылку, чтобы вам ее вернули. То есть вы здесь всегда можете найти хитовые вещи и дешевле, чем в любом магазине, с учетом того, что здесь еще есть такая возможность заказать себе карту. Вы здесь можете, вот Озон дисконт,
Здесь постоянные скидки. Это я вам просто рекомендую, куда сразу зайти, посмотреть. И есть еще Озон Карт. Чем удобно Озон Карт? Если вы заказываете карту, карта бесплатная. Карта бесплатная, вы абсолютно бесплатно ее заказываете. Вы ей можете пользоваться в любых магазинах. Это как дебетовая карта. И получать еще дополнительные скидки по этой карте. За покупки на Озоне еще 5% вам будут начислять на ваш счет. И еще по этой карте, если вы будете покупать дополнительно, вам еще дополнительно будут здесь начислять всякие разные бонусы и достаточно крутые скидки вы можете здесь получать с этой карты. Вы можете видеть обслуживание карты 0 рублей. То есть это как карта, например, Яндекс.Карта, еще там какая-то карта, например. Если мы заказываем в Сбербанке, нам начисляются спасибки, то здесь вам начисляются баллы, и эти баллы вы можете применять как скидки. Если вы постоянно пользуетесь Озон картой, то вы можете хорошо сэкономить. И тут, по-моему, где-то я информацию видел, что до 100%, по-моему, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. До 100% здесь можно сэкономить. Но вот что, не доставляем мы карту в ваш регион. Вот не хотят они доставлять мне карту, но все равно я ее так или иначе я ее закажу. То есть вот интернет-банк, то есть наведите камеру, бесплатное приложение можно скачать, Озон карт. То есть все в ваших руках. Всегда есть выход. Поэтому кому интересен магазин Озон, можете заходить по ссылке в описании, либо эту ссылку вы найдете где-то над видео, под видео, за видео. И пользуйтесь этим сайтом, и я думаю, вы мне скажете за это всегда спасибо. На этом заканчиваю. Всем привет!